Широкая масленица собрала более 200 десногорцев на площадке в профилактории Смоленской атомной электростанции. Очень радостно, что больше всего здесь было детей, ведь этот праздник похож на зимнюю сказку. Забавляли гостей герои «Лютая зимушка» и «Красавица весна». Участники праздника прощались с холодами и встречали теплое солнышко. И, конечно же, угощались блинами и горячим чаем на свежем воздухе. Все это сопровождалось веселыми хороводами, конкурсами и соревнованиями. И этот праздник, ну, очень замечательный, очень теплый, добрый, душевный. Замечательный праздник. Традиционно, интересно, все, люди вон радуются. Вспоминаем те времена, которые были при Советском Союзе. Потихоньку традиции возвращаются. Хорошие традиции, заверяю вас. Праздник классный, удался, снег, улыбки, блины, веселье. Ну, что еще надо нам? Пенсионерам, да еще когда внуки рядом. Красота, праздник. В душе и везде. Праздник вот. Кто кажется на хороший, вкусный, веселый. Вообще да. Хорошо. Молодцы, вот девчонки хорошо постарались. Видишь. Все сделали. Ну, и приятно. И погода, да, видите сами. Такая переходная. Не жарко, не холодно. Да. Ну, блины пробовали? Да, пробовал. Все отлично сделано. Хороший задор задавали песни, исполненные коллективом «Гармония». Под их музыкальное сопровождение танцевала вся веселая площадка. Традиционное сожжение чучела зимы свидетельствует о неотвратимости наступления весеннего времени года. «Прощай, зима! Весна идет! Весне дорогу!»